Добрый день. Сегодня установим антивирус. Для начала обновим порты. Так, мои порты уже обновлены. Переходим непосредственно к антивирусу. Так, предупрежу сразу, установка будет долгой, потому что будет помимо самого антивируса установлено очень много всевозможных пакетов, необходимых для работы. Наберите терпение, все будет хорошо. Так, значит, разберемся с настройками. Первые три пункта – это поддержка в файловых архивах разных. Так, это документация. Экспериментальный код мы не включаем,
Это поддержка различных кодировок файлов. Включаем. Поддержка протокола IP6 версии. Включаем. Поддержка простого формата обмена данными, удобный для чтения и написания как человеком, так и компьютером. Выключаем. Поддержка протокола прикладного уровня. Не включаем. Также поддержка еще одного файлового архива. Данный пункт нужен вам, если с помощью антивируса вы планируете проверять почту. И я на данный момент не планирую, поэтому не включаю. Использовать Perl совместимые регулярные выражения. Выключаю. Так, печать логов через стандартный поток ввода-вывода. Не включаю. Тестирование. Так, разархивирование RAR оставляем. И поддержка еще одного файлового архива. Также оставляем. Все, окей. Окей. Это у нас библиотеки, поддерживающие работу с различными протоколами. Здесь я все оставлю по умолчанию. Протоколы можно посмотреть ниже. Вот. Нажимаем ОК. Так, устанавливаем Perl. Так, я вот этот пункт снимаю. Окей.
Это у нас макроязык. Примеры мне не нужны. Окей. Тег-инфо – это свободная система документирования, позволяющая создавать документы в разных форматах. Здесь, думаю, из названия все понятно. Здесь тоже оставляем все по умолчанию.
Корневые сертификаты от органов сертификации. Окей. Библиотеки для анализа XML документов. Также все по умолчанию. Формат архивирования. Еще один формат архивирования.
Вся установка завершена. Пропишем антивирус в автозагрузку. Так, эти две строчки при загрузке запустят антивирус и обновление баз антивирусных. Так, запустим демона обновлений. Запустим сам антивирус. Обновим базы. Так, давайте попробуем проверить какой-нибудь каталог на вирусы. Данный ключ означает, что будет проверен на вся директория и поддиректория. Данный ключ означает, что информация будет выведена на экран. Данный ключ означает, что отчет будет помещен в данный файл. Все вирусы, найденные в следующем каталоге, который я укажу, будут перемещены в каталог TMP. И сам каталог, в котором будем искать вирусы. Как вы видите, просканировано 3 директории, 73 файла, найденных вирусов 0. Так, еще покажу, где располагаются конфиги для антивируса и конфиги для обновления баз. Это конфиг антивируса.
Это конфиг обновления баз антивируса. На данный момент в этих конфигураторах все по умолчанию установлено. Ну, пожалуй, на этом все. Спасибо за внимание.